Всем привет! Мы с моим оператором Сашей заканчиваем наше восхождение на Эльбрус. По просьбе моего сына я должен поднять на Эльбрусе флаг КХЛ. Но по дороге сюда мы узнали, что здесь кто-то живет. Возможно, это снежный человек, который ищет друзей. Смотри, и следы ведут к вершине. Пойдем! Значит, скорее всего, мы встретим его там. Ну вот, сынок, как я и обещал, я поднимаю флаг КХЛ. Пусть живет и процветает наша любимая игра. Ты куда? Я его видел, он там вдалеке. Что именно ты видел? Огромный большой ТПС, он помахал мне. Что это значит? Это значит, что у нас появился новый друг, и он реально крут. Всем привет! Папа, папа, мы так скучали! Привет, ребята, я тоже по вам скучал. У меня для вас сюрприз. Какой? Секундочку. Смотрите, кого я привел.